Людей тут, конечно, немерено. Но тут целый город. Полетели. Ой, хорошо. Лена, куда ты меня втянула? Вот так вот можно в Европарке присесть, разложиться, попить чай, кофе, капучино, ноги. Опа, повис, товарищ. Немного щука ухватила. Какой тут водопад, да? Понесло. Да? Нормат! Нормат! Держи! Капюшон одень ей! Так это застегни! Замерзла, да? Приехали в Европа парк сегодня мы. Самый большой парк Европы с аттракционами. Привезли этих двух джойстиков. Вон сзади идут. Людей тут, конечно, немерено. Сейчас покажу, сколько тут машин. Просто 10-20 рядов стоит. Не знаю, уже, наверное, полчаса он только как открылся, тут уже, наверное, 1004, наверное, людей, я думаю, да? Остановились, ждем Лену. Лена, как всегда, забыла деньги в машине на билеты. Сейчас мы, наверное, будем в конце очереди. Хотя, не знаю, может, тут и нет очередей, но я думаю, что есть. Детки не замерзли? Нет. Ну что вы, согрелись, Чучи? Мне страшно. Все идут как апокалипсис, зомби-апокалипсис. Я не знаю, сколько тут парковок. Тут, наверное, не 3000 людей, а 1005. Парковка первая, да. Третья, мы на четвертой какой-то ставим. Короче, вот уже первые горки тут американские, в тумане. Сегодня туман такой. Еще одна парковка, немерено машин. Ох, запрыгиваем. Уже идем минут 10 с парковки до входа. До кассы еще. Куча народа сзади, там и впереди. Да. Ну. Немерено сегодня людей. Детишки. Какой красивый. Мумия. Купили билетики. Я. 263 евро за 4 билета. Причем процедура покупки билетов заняла всего лишь 5 минут. В основном все покупают билеты онлайн. Поэтому все очень быстро. Ну, теперь надо выставить очередь, чтобы зайти. А, вот это вот все туда очередь. Вон вход. Будем сейчас занимать. Ну, в принципе, очередь быстро идет. Красивый вход такой.
Да, сегодня воскресенье, в Германии выходной. И все приехали в Европа-парк. Прошло 5 минут, и мы заходим. Да. Билеты у тебя, доставай. Билеты доставай. Проходим. Дети пошли вперед. Окей. Окей. Оп. Берите программку. Программку берите. Где дядя? О. Нормальный такой. Тут целый город. Девочки, да тут целый город. Хэллоуин. Смотри. Первым делом дети захотели в комнату страха. Поэтому сейчас сразу отклик их ощущений и погнали. Ох, страшновато. Приятного аппетита. Ну что, зайка, как впечатление? Страшно, когда мы ехали. Продолжаем дальше наш походик. О, вот сейчас мы можем определить, где мы по карте, да? Вам тоже надо было в комнату страху ехать. Вот эта башня, видишь, они просто там сидят, она панорамная. Видишь, она не опускается резко. В общем, масштабы тут колоссальные. Пока были только в комнате страха, но я думаю, что скоро нас ждут американские горки. Сейчас будем с детьми кататься вот на этой штуке. В общем, дочь меня подписывает сегодня на все аттракционы. Я отдуваюсь, что маму нашу укачивает. Будем на этой штуке сейчас вертеться. На старт. Внимание. Марш. О-о. Поехали. Да не бойся ты. Не бойся. Чего? Чего? А на что ты? Полетели. Доча, не нагинайся. Ой, мать! Руки не выставляй, да?
Да ну нафиг! Она же не такая себе! Ой, дует прямо в лицо. Вау. Ой. Нет. Нет. Все. Все, папа, приезжай. О, приехали. Приехали. О. Следующая ты. Нет, круто. Лена, куда ты меня втянула? И радуга, видишь? Нормально. Сливаю. На плюшке такой, да? Супер. Подожди, как куртка? Нормально их сиваю, да? Вот так вот можно в Европа-парке присесть, разложиться, попить чай, кофе, капучино, ноги. За 2 евро за стаканчик. Нет, стаканчик 2 евро. А содержимое еще 3,5. Мы взяли с собой бутербродики. Перекусим и пойдем дальше. О-о! Русская локация. Счастье. Избушка на курьих ножках. Владимирская улица. Взяли из стекла. А Путин тут есть? Висит где-то? Ой, гуси, смотри. Пасутся. Прям какой-то Роскосмос, да? Какой-то Роскосмос прям. Да, какой, какой? Мир. Это не опасно? Вот она, рабочая, я поеду. Да. Такой аттракциончик. Походу, не сильно страшно. Такое себе. Это для тебя. Ну я точно пойду. Да? Это очень, блин. Повис, товарищ. Немного щука хватило. В общем, отправили Лену на американские горки. Потом придет, расскажет. Так, Варя решилась с нами на крутое приключение. Папа сделал супер. Мама катит своей дочкой на большую лодку. Вот видишь, надо держаться. Все готовы? Пристегнулись? Да, капитан. Удобно? Смотрите. Давай. О, набираем высоту. Варя, держи. Ничего страшного нет. Большая. Все будут улыбаться. Не страшно? Сейчас, правда, будет чуть-чуть повыше, ну ничего. Смотри, как девочка.
Варя, улыбайся. Классно. А ты моя. Камеру так стевает тоже, она не понимает, что происходит. Оп, крутится, видишь как? Отправили Лену вот сюда. Сейчас она там солнышко-молнышко сделает. Вон она машет. Вон она машет. Волосы растрепанные. Капец. Что, как ощущения? Ой. Очень круто, но очень быстро. Ну да. Ты только села и уже ты намачешь такая. Да, уже все, пока. Очень круто. Очень круто. Меня подрывало сиденье просто. Ты понимаешь, когда вверх ногами ты просто едешь в полете. Это капец. В общем, после этих горок у Ленки масса впечатлений. Надо теперь ее вести на другие. Теперь только все самое экстремальное заходит. Приостановились прихавать хот-дожка. Вот такие вот хот-доги. Надкусанные. Надкусанные продают, правда. А детям что? Донатики. Итого за два хот-дога, за два пончика 15 евро. Нормально. По-европейски. Ну. Приятного аппетита всем. Спасибо. Ну а мы продолжаем свой отдых в Европа-парке. Наконец-то мы нашли где этот паровозик. Двигаемся дальше. Оп, 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 оп. Так, тут всем можно. 6+. Варе как не 6. Водное на такой покататься. Рафтинг. Нормально. Дождевики. Вы уверены? Да. Я уверена. Варь, ты уверена? Да. Да, на лодочке нормально? Да. Она уже ничего не сразу после воды. Лодочки это ее стихия. Движемся вперед. Потихоньку. Да. Очередь такая. Турникетики. Никто никуда не спешит. О, то мы почти пришли. Мы уже близки. Сейчас мы отправимся туда. Далеко, 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 далеко. Да, сейчас будем запрыгивать. Запрыгивать, выпрыгивать. Заходим, заходим, заходим. О, это тут все мокрое. Ребятки, мы будем все мокрые.
Я вам говорю. А пристегиваться что, не надо? Не сильно? Да-да, капюшон. Техника. Так, ну я думаю, дальше не стоит на эту камеру снимать. Да? Нормас! Нормас! Держись! Капюшон одень ей! Так застегни. Красота! Красота! А, лискля! Что, мы что, зависли? Подперли? Держитесь! О, хорошо! Нормально, держишься! Чудо! Да ладно! Не сковать! Не сковать! Конечно, да есть у нас усы. Так, что тут? Дети, ну как? Тут как попадешь, короче, да? Нормально. Все нормально. Что там? Красота! Отлично! Опять меня затянули по кругу. 10 плюс. Я не понимаю. Это детские горки. 10 плюс. Может, 10 минус здесь? Там 10 плюс. Да? Ну, считай, что нам 10 плюс. Да? Ты готова? Да. Сейчас поедем. Поехали! Детский Америка. А что же ты такое затянули меня? Что это такое? Нормас! Да. Уже не страшно? Не страшно. Руки не поднимай. Вот так вот тут. Такая. Нормас, да? Доча, ты как? Нормально, мама здесь подташнила. 100%. Меня уже подташнило, скажу тебе честно. Капец. Приехали.
Ля-л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 я. Тут... Сколько денег? Они, да. Еще, они еще деньги поднимают, закрывают. Ага. Профилактика. Лепота. Австрия красивая. Ага. Ой, какой освежитель. А что, остановились? Сейчас под воду пойдем. Опа. Девочки, девочки. Красотки. Королевство. Застрял. До мелочей. Не вы борода, да? Борода, да? Борода, да? Борода, да? О, смотри! Они куда-то попали. Все, дети, довольны? Вам понравилось? Да? А-а-а. Дай попробую. Не, не хочу. Как всегда, Денчик уезжает не с пустыми руками. В этот раз это пицца, проголодался. Выполнил супружеско-отцовский долг. С чистой душой. Супружеско-отцовско-крестновский. Еду домой. Везу всех домой. Всем понравилось. А как рулить будешь? Две пиццы в руках? Я сейчас по дороге съем. Мы обязательно вернемся. Всем рекомендую это место. Но надо ехать на 3 дня. И жить здесь. Где-то рядом. На неделю. Все. Тёмки. Тёмки.